Сериал, покоривший весь мир. Ты слышишь, что я сейчас сказал? Тём, ты слышал, что я сказал? Да, слышал. У меня два по физике. Ты глупый? Я тебе про конфетки рассказывал. Вот, экстра вкусные. Я знаю, кто их делает. Решение, изменившее его жизнь. Да, алло. Когда новая партия конфет? А уже скоро. Да, пока. Женя, дебил, давай варить. У меня есть знания, а у тебя есть связи. Я тебя не слышу. Выйди там, дверь открой. Женя, я знаю, что ты варишь конфеты. Давай варить. У меня есть знания, а у тебя есть связи. Мы будем варить и получать миллионы с наших конфеток. Женя, ты неправильно варишь конфетки. Я знаю, как лучше. Настоящие леденцы, а не то, что ты высрал. Да, у нас получилось. Ну что, отметим? Свое не употребляй. Товар, изменивший их жизнь. На нашем канале уже 278 подписчиков. Каждый... Да. Каждый наш... Женя, заткнись! Это только начало. Наш товар будет лежать на каждом прилавке магазина. И все будут скупать его без исключения. Наш товар окажется во рту каждого сладкоежки. Можно ли доверять рекламодателям? Женя, нам нужен рекламодатель. Наш товар должен лицезреть весь мир, его нужно скупать больше не держать. Иди, найди нам рекламодатель. Где ты прикажешь мне его искать? Наш город очень маленький. Не найдется нормального рекламодателя для нашего успешного товара. Меня это волновать не должно. И если ты хочешь получить больше денег, Женя, то ты должен втыкать в два раза больше. Конфеты, конфеты. Еще реклама. Мы с тобой сработаемся. Беру тебя в дом. Новые знакомства открывают новые высоты.